Здравствуйте, это Кавхаги Рефорд. Хочу показать уборку в тракторе, которую мы себе можем позволить по времени, которого и так мало. Вот это наша привычная воздуходувка, которой мы работали во время зимой, подметая корма на кормовом столе и так далее. Там много чего и делали. Ну так вот, точно так же через заднее окно можно продувать и пыль в тракторе. После заднего можно пройти к переднему окну через дверь. После такой процедуры работа в тракторе становится уже намного приятнее. А также еще покажу, что можно делать. Не только как бы наводить фэншуй, но также еще, закрыв двери трактора, можно продуть просто мотор. Ну и, соответственно, радиатор. Конечно, такая чистка не сравнится с тонкой прочисткой компрессором, которую можно сделать, но как минимум для быстрой работы это очень удобно. Это быстро, достаточно удобно. Ну и с последней стороны. Остальное не продувается, окна не продуваются, потому что у нас был мелкий дождик и пыль уже прилипла. Вот. Ну вот, в принципе, конечно, осталось несколько хреней на радиаторе, но это все мелочи. Главное, он не забит. Конечно, можно снять вот эту вот радиаторную решетку и так далее, но сейчас я еду дисковать уже в вечер, так что особо про перегрев не переживаю, потому что мне больше поможет даже то, что уже погода вечерняя и не так жарко на улице. Все, вот она как выглядит. Этот наш агрегат. Воздуходувка. В хозяйстве периодически пригождается, скажу так. Конечно, листья мы с ней ею не сдуваем, но работа типа, как я показал сейчас, иногда делаем. Снег сдувает хорошо, ну, свежий снег, соответственно, пыль. А, ну, очень хорошо себя зарекомендовала при работе с комбайном, то есть... Достаточно быстро можно продуть от крупных
вот этих вот остатков от осота, которые постоянно забивают решетку и так далее. То есть, ну, очень с комбайном эта вещь незаменима. Постоянно продувать компрессором — это не вариант. А вот иметь с собой такую вот воздуходувку и там за 2-3 минуты, грубо говоря, продуть весь радиатор, проблем не составит. Вот почему комбайн накрыли, что у нас сейчас. Короче, мы уборочную закончили. Осталось еще убрать, ну, около 60 гектар нашим соседям. И решили все-таки перебрать двигатель во время работы после одного из перегревов последних, что у нас было. Перегрели двигатель, не заметили, как... Ну, просто не заметили перегрев. Сильно... Почему в тот момент перегрелся, до конца не скажу. Наверное, пробуксовывал ремень генератора, ну или что-то такое. Но суть в том, что перегрев двигателя был, потом мотор начал стучать в одном из цилиндров. Стук был, ну, такой очень явный, очень громкий. Ну, мы работали, в принципе, оно ничего себе не показало. Но вот сейчас мы уже домолотили нашу всю пшеницу. И вот, когда, чтобы ехать к соседям, мы решили все-таки перебрать двигатель, поменять гильзу. Там задиры на одной гильзе. Скорее всего, придется поменять одну головку блока. Это двигатель D260, как написано вон там на табличке. И, соответственно, там две головки. Одну, скорее всего, придется поменять. Ну, соответственно, гильзу, поршень, втулку, шатун, скорее всего. Ну, вот так вот. Такие вот у нас дела. Вообще, комбайн, ну, зарекомендовал себя более-менее. Но, конечно, какие-то недочеты были. И с нашей стороны, что там помпа была раскручена. Этот шкив помпы был раскручен. Из-за этого и съедала постоянно ремень помпы. Что еще? А, ну тут вот эта цепь постоянно слетала, пока мы не поняли, что не просто надо ее натягивать вот этим болтом, но еще и монтажкой выгибать всю звездочку. Что еще? Постоянно почему-то раскручивается крепление вот этой вот первого направляющего сегмента, ну, направляющей детали. С той стороны там очень сложно подлезть к болтам, ну вот раскручивается. Что еще? А, ну пару раз забивался колосовой, ну да, подъемник и, соответственно, привод колосового подъемника. Там шнек внутри, там он забивался, короче. А, нет, колосовой здесь, извиняюсь. Ну вот, в принципе, это все проблемы. А, ну не работает зарядка аккумуляторов. Это, конечно, беда, потому что там преобразователь, скорее всего, сгорел. Но беда тоже. Из-за этого же мы и пропустили перегрев двигателя. Потому что мы стараемся выключать массу во время работы, чтобы не разряжать аккумулятор. Аккумуляторы, чтобы иметь возможность их завести, соответственно. Завести двигатель. Ну ладно, сейчас осталось, в принципе, прессование соломы. Ну и... Второй укос клеверозлаковых смесей, а также дисковка, подготовка почвы под озимый посев многолетников и, соответственно, озимых зерновых. Вот, в принципе, чем мы занимаемся. Постоянно возим корм на подкормку, то есть ездим с косилкой, косим небольшую, там 2-3 прокоса в поле. А потом приезжаем пресс-подборщиком, собираем эти 2-3 прокоса и везем или с сеножом, соответственно, или чистой зеленкой, в зависимости от того, как получается. И везем это все на подкормку молочным коровкам. С таким кормом они нам дают минимум каждое там 22 литра в день. Примерно дают. Сейчас у нас идет дойка. Приезжают покупатели. За молоком, скорее всего. Ну, слушай, вот такие вот у нас дела. Всем всего хорошего. До свидания.